как себе вам желаю успехов. Диско Компакт Мак Диджитал Рекордс представляет Экстрим Нойз ДМХ 381. Производство Тора. 98 год, московское издание. Идеальный диск. Блин, и что же это будет запаковывать? Для отправки в Чернигову. Дякую за покупку, Руслан. Авторский канал. Альбом Deathlord. Отправляем Укрпочтой. Ну вот, запаковано. Ну ладно. Что-то фига уходит. Ну ладно, то уже мои заботы, так сказать. Успехов желаю тебе, успехов. Ты находишься на моем канале, обзоры и отзывы. Плейлист Distro Compact Mac Digital. Снимай, и плейлист снимаем на Nikon L820. Смотри, как снимает. Звук качественно пишет. Видеокартинка качественная. Изображение, в принципе, качественное снимает. При умелом, так сказать, использовании можно это дело вот еще что шумело. Да, шумит.
советский. Made in USA. Не made in USA, а made in USSR. USSR. Все, подписывайся на мои каналы. Вохлопс, обзоры, отзывы. И на мой основной канал Максим Вехов. Все, пока. Покупаю мои компакт-диски, кассеты, а также вот такую музычку. Чужую, да. Список продаваемых дисков я размещу под этим видеороликом. Компакт-диски, список компакт-дисков, кассет, виниловых пластинок и футболок. О, все. Подписывайся на канал Максим Вехов. Ссылка для того, чтобы купить те диски, которые там внизу под этим видео будут. Ссылка под этим роликом на меня в соцсетях. Максим Вехов на Facebook. Все. Пока-пока.